Всем приветики! Ох, Александр, вы там мне и настрочили от души! Ё-моё! Ой, как хорошо. Да, я, короче, вчера выложила видео, рассказывала, как я там выходные провела, то всё. Он мне там понаписал, что я и Ш, и Б. Это все читалось между ваших строк. Ой, капец, капец. Если что, я лишнего себе не позволяю, во-первых. Во-вторых, я свободная во всех вообще движениях. И жизнь моя, и живу я ее так, как хочу. Я в шоке, если честно. Ну, мне сначала было смешно. Мне и сейчас смешно. Это ж надо. Это ж надо такому случиться. Плов. Не знаю, котик. Я буду оливьеху. Оливье я буду 200 грамм. Видя, ты оливье будешь? Да. Но меня не получится. Хорошо. Хорошо, Александр, только ради вас. Больше никаких свиданий. Я монашка. Договорились? Только чтобы вам было спокойнее, вы успокоились. Пойдем, сыночек. Лопай. Попозже. Ой. А я сейчас буду. Так, какие у нас дела на сегодня? А дел-то нет. Так, кофе потом еще. Я говорю, какие у нас дела на сегодня? Потом говорю, а дел-то нет. Без хлеба буду кушать. Вкусно? Перца хочу добавить. Ну да, я тебе что говорила? Что-то перчика дофига насыпала. Смогу я сейчас это кушать? Или нет? Время 11:30, это мой второй прием пищи. Кстати, Борис – это участковый, если что. Вот так вот. Максим – это человек, которому я нравлюсь, который мне помогает. Нет, нет, бескорыстно. Вот так вот. Один женатый за мной бегает.
у которого нет шансов, потому что он женат. И один молоденький, у которого тоже нет шансов. Пошла я с ним на свиданку просто, чтобы провести тупо субботний вечер. Все, развеется. Мы даже за ручку не брались, понятно? Понапридумывал там себе, понаписал мне всякую фигню. Спасибо огромное. Меня это позабавило. Вчера распаковку забыла сделать. У меня их было две. Одна с бытовой химией всякой. Я купила нам мочалки с Витюхой. Я купила это для трусиков сушилку. Слов нет. Пусть твои мужики сложатся и купят тебе хату. Я совет у вас спрашивала, Александр. Я у вас совета спрашивала. Видео закончено. Посвящено оно было вам.